Добрый день, друзья. Вот на дороге я. Вот у меня Виктория домашняя осталась. Землянику продала. И продала 3 ведра 5-литровой клубники. Так, сегодня 16 июля. Вот с 6 утра. 4 ведра. Не совсем полные, но они осели. Вот, друзья, набрала я вот столько ягод. Что я вам скажу, друзья? Это ужас. Видите, я начала как собирать. Светочками, руки трясутся, быстрее руку надо сунуть, быстрее вытащить надо. Потому что видела черную змею около себя. Вы спросите, а откуда этот вот здесь вот змея, да? А потому что, видите, у нас тут вот затененные места, там могут быть змеи. И теперь уже я все равно боюсь. А собрать надо, потому что ведра надо наполнить, я не могу вот так полупустыми прийти. Могу, конечно, но еще время есть, буду собирать. Но страшно, друзья, страшно. Вот, приходится мне вот эти, с этими штучками вот. Где-то. Ну, получается у меня. Я потом чуть-чуть переберу, конечно. Ой, вообще. Друзья, все это на продажу, я все почищу. Для себя еще наберу. Бог даст. Что не продам, пожалуйста, вот себе и буду делать варенье. Компот я тоже сделаю. Почему нет? Для разнообразия. Ой, друзья, сегодня ветер ужасный, поэтому я громко говорю, чтобы вы меня услышали. Вот. И всю ночь у нас дождик был, поэтому я сегодня не с 6 с утра, а с 11 дня. Вот, друзья, поспала я сегодня до 7 часов. Вот. Уставала эти не 5 утра. Вон там моя деревня, друзья. Вот, друзья, сколько я собрала сегодня, 17 июня. Ай, какие крупные девчонки собрали. Ай, какие молодцы вообще. Что-то плохо берут. О, Виктория, ай-яй. Вот что-то плохо берут. Не останавливается машина. Будем сидеть до ночи. Вот коробку насыпем, не раздавится. Вот ведерко у меня осталось. Никто не купил. Будем делать варенье.